Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня вместе с Ланой Полей мы покажем вам упражнения для лечения боли в пятках. Упражнения, которые мы вам покажем, они достаточно простые. Упражнения мы делаем сидя. Первое упражнение выполняется таким образом. Вы кладете пятку на колено, если вам позволяет ваша гибкость. Охватываете стопу одной рукой сверху под пальцами. Второй рукой вы захватываете пятку. Теперь начинаем рукой вести стопу немножко на себя. И ведете вы стопу до ощущения легкого напряжения или даже легкой болезненности. То есть легкая болезненность допустима. Ведем стопу на себя. Почувствовали болезненность. Теперь напрягаем стопу, как будто вы пытаетесь толкнуть ее обратно. Но рукой вы стопу не пускаете. То есть создаем напряжение на 5-7 секунд. Держим это напряжение, после чего расслабили стопу и рукой тянем ее еще немножко на себя. Вот эту тягу на себя мы проводим 5-7 секунд. Стопа при этом должна быть абсолютно расслаблена. После чего повторяем упражнение, снова напрягаем стопу, но рукой мы ее не пускаем. То есть удерживаем это напряжение 5-7 секунд. Держим напряжение. Теперь расслабили стопу и ведем ее немножко на себя. Здесь появляется при этом легкое натяжение. Но стопа при этом должна быть по максимуму расслаблена. 5-7 секунд. Опять напряжение стопой. Давим на руку. Но рукой мы стопу не пускаем. 5-7 секунд напряжения. После чего стопу расслабляем и ведем ее на себя. До ощущения напряжения в этом месте. В идеале, если при выполнении этого упражнения вы почувствуете напряжение и легкую болезненность вот в той вашей обычной болезненной точке, либо здесь, либо здесь. Это правильное выполнение упражнения. Цикл напряжения и расслабления мы выполняем 3-4 раза. Надо учесть, что некоторым людям трудно выполнять это упражнение самостоятельно. Ну, либо гибкость не позволяет, либо строение тела. Тогда вам понадобится, ну, некий помощник. В данном случае роль помощника буду играть я. То есть я, помощник, беру стопу и тяну ее в том направлении. 5-7 секунд тяну. Теперь прошу нашего пациента напрячь стопу. Он напрягает стопу, но я рукой стопу не пускаю. Держим напряжение 5-7 и даже, возможно, 10 секунд, после чего прошу расслабить стопу и опять веду ее в том направлении 5-7 секунд. Весь цикл напряжения и расслабления мы повторяем 3-4 раза. Следующее упражнение, на первый взгляд, очень простое, но не у всех его получается выполнить хорошо. Тем не менее, попробуем. Опять же, кладем пятку на колено и немножко стопу поставили вот в такое положение, то есть примерно под углом 90 градусов. Здесь наш пациент должен найти самую болезненную точку большим пальцем. И вот эту болезненную точку нащупали и начинаем на нее мягко давить, не массировать, не прикладывать каких-то совсем уж сильных усилий, просто начинаем на нее давить. Давим подушечкой пальцев. И постепенно это давление потихонечку усиливаем. До ощущения легкой болезненности. Добились ощущения легкой болезненности и держим вот это напряжение примерно 20-30 секунд. То есть давим на эту больную точку 20-30 секунд. Конечно, некоторым женщинам довольно трудно поражать болезненную точку, ну, скажем, достаточно сильно, потому что пальцы могут быть слабые. Тогда попросим помочь, ну, какого-то мужчину. То есть любимый ваш должен найти эту болезненную точку и начинаем потихонечку давить. В момент, когда появляется некая болезненность, наш пациент должен сказать «стоп». И вот на этом слове «стоп» мы начинаем просто эту точку держать большим пальцем. Держим 20-30 секунд. При выполнении такого нехитрого упражнения сухожилия постепенно расслабляются. Кстати говоря, правильное выполнение приводит к появлению тепла в этом месте после того, как вы палец уже отнимете от ноги. Третье упражнение – это банальное растирание
стопы костяшками пальцев. То есть ставим вот так вот костяшки пальцев и начинаем стопу медленно, плавно растирать. Растираем примерно 30 секунд до минуты, до ощущения тепла. Опять же, возможно, наш пациент попросит об этом кого-то из домашних, поэтому точно так же растираем вот таким вот образом. Еще раз повторю, от 30 секунд до минуты, до ощущения легкого тепла, но ни в коем случае не боли. Последнее упражнение выполняется лежа. Оно очень полезное, но для него нам точно понадобится помощник. Делаем мы это упражнение так. Поднимаем ногу, нога прямая. Не надо поднимать ее слишком высоко, то есть поднимаем ее примерно до угла 45-60 градусов. Теперь наш помощник, то есть в данном случае я, ведет стопу пациента на себя. И когда появилось напряжение в ахилловом сухожилии, в пятке или в икроножной мышце, мы просим пациента на 7 секунд примерно напрячь ногу. Напрягаем ногу. А я руками эту ногу удерживаю, то есть не даю сдвинуться ей дальше. Теперь просим ногу расслабить. Расслабили. И я слегка до ощущения напряжения тяну стопу вниз, то есть на себя. Вот это расслабление стопы пациента, когда я тяну стопу на себя, тоже продолжается 7 секунд. Теперь просим опять напрячь стопу, то есть толкнуть ее мягко обратно. Не резко, делаем все плавно, просто делаем такое напряжение. Я стопу рукой удерживаю. Теперь расслабили стопу и снова немножко тяну ее на себя. 5-7 секунд. И еще раз прошу напрячь стопу. Напрягаем стопу, держим напряжение примерно 7 секунд. Теперь расслабили стопу и тянем ее на себя. Тоже 5-7 секунд. Чем это упражнение с прямой ногой отличалось от самого первого упражнения, которое выполнялось сидя, где мы тоже тянули на себя стопу? При таком варианте упражнения гораздо больше идет вытяжение и ахиллового сухожилия, и снятие спазма икроножной мышцы. То есть это упражнение двойного и даже тройного действия. Дорогие друзья, вот этот нехитрый набор упражнений помогает снять боли в пятках примерно в 90% случаев. И на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. Будьте здоровы.